Насколько свежие продукты и вовремя ли приходят официанты? Такие вопросы сегодня задают ревизоры работникам придорожного сервиса. Проходит плановая проверка. На повестке дня у экспертов проверить 70 объектов. Это заправки, гостиницы и бистро, которые располагаются на региональной трассе Р-256 «Чуйский тракт». Специалисты отмечают, что из года в год ситуация на объектах дорожного сервиса улучшается. Замечания носят скорее рекомендательный характер. Сегодня качество услуг заметно отличается от прошлых лет. Уменьшилось время ожидания официантов, столовые приборы натирают до блеска, а продукты всегда свежие. Нету той одноразовой посуды, каких-то непонятного отсутствия воды, ну, элементарных таких вещей. Такое было? Такое было. В 2008 году, когда вся это начиналось, это было довольно непрезентабельно, непонятное качество пищи. Специалисты также проверяют качество системы пожарной безопасности и дорожное покрытие на территории объектов. Представители Роспотребнадзора смотрят, на всех ли товарах имеются ценники и есть ли в заведениях книги отзывов. Добавлю, ежегодно под проверку попадают 400 пунктов по всему Алтайскому краю.